Как дела, большой пес? Здесь никого больше нет. Насколько я знаю, нет. Отлично. А ты хорошо нам показал тогда в порту контрабандистов. Мы тебя недооценили. Мы? О, все понятно, большой пес. Ты бежишь за тем, кто бросит кость побольше. Значит, ты вот так вот кинешь неприкасаемо? Повернешься спиной к людям, которые тебя создали? Без нас ты ничто. Неприкасаемые — это мелочь, Тре. Джастис прекрасно понимает, что у такого человека, как я, есть свои запросы и потребности. Я привык к определенному образу жизни. Ты же поставил мой основной заработок под угрозу, когда прошел посвящение. Неприкасаемые — это вчерашний день. Эй, парень, помнишь меня? Любишь ты совать нос в чужие дела. А вот Джастису это не нравится. Парень, ты пожалеешь, что не остался работать у толстого Д. Мне, конечно, очень хочется остаться здесь и надрать тебе задницу, но мне пора сматываться. Да нам, знаешь ли, еще одно дело надо провернуть, и тебе нас не остановить. Да, ну не все так плохо. Красавчик готов составить тебе компанию. Правда, не думаю, что тебе он покажется таким уж красавчиком, когда он из тебя котлету будет делать. Это за наш счет, парень. До дна, Тре. За это я тебя прикончу! Чувак, я тебя прикончу, потом оживлю и еще раз прикончу. Давай, ублюдок! Я тебе покажу, нигер! Я подумал, вдруг проблемы будут, и позвал сюда зверя. Похоже, я не ошибся.
Какого? Что это за ублюдок на полу кровью истекает? Он столкнулся с докерами. Большой пес проворачивает какие-то дела за нашей спиной. Джастису продался. Решил, что его жалкая сучка со мной справится. Большой пес? Чувак в натуре! Он же сам во время уличных войн с Джастином воевал. Помнишь, когда-то весь Гранд Централ принадлежал нам? А теперь наша старая база превратилась в развалины на нейтральной зоне. Да, но мы потеряли свою территорию и всякое к себе уважение. Практически без боя. Черт, мне, конечно, было известно, что творится что-то странное. Но чтобы большой пес так нас подставил. Слушай, теперь все сходится. Ему платили за то, чтобы неприкасаемые сгнили сами по себе и не смогли противостоять Джастису. Он продал нас. Так, а что же нам делать? Время расплаты. Слушай, брат, отлично ты себя показал, я тобой горжусь. Мало кто из неприкасаемых способен противостоять докерам. Здорово. Если не возражаете, я здесь потусуюсь, а? Похоже, все самое интересное здесь у вас происходит. Надерем им задницы. Война так война. Итак, Большой Пес планирует очередную сделку с Джастисом. Мы не можем этого допустить. Да, но как мы его найдем? Он может быть где угодно в Гранд Централе. А что ты думаешь по поводу этого Акрама? Он в курсе дел, но он не из докеров. Думаешь, этому нигеру можно доверять? Ну, брат, за Акрама я ручаюсь. Он постоянно какие-то свои дела проворачивает, но он свой пацан. Я ему позвоню и обо всем договорюсь. Gonna show you how it be. One of the best kept secrets in the deep.